Милые мои дети, Максим и Татьяна, два сердца встретились сегодня, сверкают кольца, звуки вальса. Объединила вас любовь. Семьей вы стали в день прекрасный. Теперь вы вместе, вы вдвоем, рука в руке и нежность взгляда. Пускай придет вам счастье в дом. И каждый день приносит радость. Два сердца, твое и мое. Но разве в любви так бывает, что каждый хватает свое, замен ничего не давая? Два сердца друг другу поют. Поздравляем с долгожданным, самым важным в жизни днем. Пусть любовь вас согревает теплым, ласковым лучом. В дом ваш пусть всегда стучится верность, нежность, доброта. День и ночь ведет по жизни, на двоих одна мечта. Пусть будет счастье ярким и дарит вам подарки. Желаю вновь и вновь совет вам да любовь. Ну, а пожелаю счастья, крепкого здоровья. Пускай детский смех наконец-то будет и полный дом. Я рад приветствовать всех тех, кто собрался сегодня здесь на торжественную церемонию бракосочетания Татьяны и Максима. Сегодня вы все вместе станете свидетелями важного события в жизни двух близких вам людей. Свидетелями настоящего чуда. Чуда соединения двух сердец, двух судеб, двух жизней. Чудо рождения семьи. И сейчас под ваши бурные аплодисменты я попрошу поприветствовать ребят, друзей. Друзей жениха встречаем! Он самый обаятельный и самый привлекательный. Пример достойный для других. Он потрясающий жених. Уважаемые гости, приветствуем бурными аплодисментами несравненного жениха. Максим, встречаем! Громче, громче, громче! Это наш смельчак, это Максим! Не менее бурными аплодисментами встречаем очаровательных подружек невесты. Она очаровательна и прекрасна, красива и неповторима. Дамы и господа, встречаем нашу невесту Татьяну. Ну а теперь в знак любви и верности я попрошу вас обменяться кольцами этим древним символом, таким простым и таким священным. Пусть эти кольца всегда напоминают вам, что ваша любовь бесконечна. Можно поаплодировать. Ты получаешь крепкого мужчину, честно тебе скажу, как бы, ну... Мало я таких знаю людей, которые как бы действительно, как бы можно сказать, с большой буквы мужчина, который умеет, можно сказать, все. У нас в коллективе так, что-то надо, подходим все к Максиму. Максим, а как ты думаешь, где вот это можно сделать, где вот это? Макс так поковыряется, говорит, хочу сказать. Ну, честно говоря, все приходят к нему за советом, хотя он помладше нас, но мы все как бы приходим, спрашиваем у Максима, ты получаешь действительно того мужчину, которого нужно. Так что берегите друг друга и желаю вам счастья, ну и детей, конечно. Наследника, ну и благополучия. Я думаю, Максим постарается все сделать для этого. Согласно выполнению всех необходимых норм и формальностей, в соответствии с вашими желаниями, я объявляю вас мужем и женой. Сейчас можно поаплодировать. Пусть в вашем доме царит мир, уют, добро и, конечно же, счастье. Говорят, что... Браки совершаются на небесах, и сегодня воля небес на земле подкреплена вашими клятвами.
Максим и Татьяна, отныне вы муж и жена. Но не хватает одной печати. Печати настоящего супружеского поцелуя. Жених, поцелуй любимую невесту! Гости, громче аплодисменты! Максим, тебе как главы семьи вручаю ваше свидетельство о заключении брака сегодня. Дамы и господа, 2 сентября 2017 года на наших глазах родилась еще одна семья. Давайте этому поаплодируем. Максим. Пусть ваше счастье будет светлым, чистым, как весеннее небо, таким же искренним, как ваша большая любовь. Я от всей души поздравляю жениха, который всей своей любовью смог сделать свою возлюбленную самой счастливой на свете. Я поздравляю очаровательную невесту, которую всей своей красотой, нежностью и любовью освещает путь своему любимому. Жених и невеста, отныне вы муж и жена, вы основатели своей семьи, вы продолжители рода своего. Но никогда не забывайте тех, кто подарил вам жизнь, кто воспитал вас, это ваши родители. Многоуважаемая наша Ирина Александровна, вам предоставляется честь первой поздравить своих любимых деток под аплодисменты всех гостей. Я сегодня вас поздравляю. Сегодня образовалась новая семья. Живите в радости, живите в любви, живите долго, счастливо. Любите друг друга. Всю жизнь идите вдвоем рука об руку. Желаю вам, чтобы в вашей семье появилось очень много ребятишек. У меня появилось очень много внуков. Чтобы у вас в жизни все исполнялись желания. Все, что вы задумали, все было исполнено. Чтобы вы слышали друг друга. Вот когда вы говорите друг другу, вы слышали это. Живите счастливо. В этот прекрасный день. Если небо, то синего, если ветра, то сильного, если солнце палящего, ну а счастья вам самого настоящего. Желаю вам всех благ, всего-всего, всегда-всегда, все ваши желания исполнялись. Нужно всегда себе верить. И себе, и своему избраннику, и избраннице. Живите счастливо. Поздравляю вас. Детей побольше. Вот. Давай. Счастья вам. Baby, it's been a long day. Things ain't been going my way, you know I need you. Сегодня день рождения вашей семьи. Ну, мы желаем только добра, счастья, удачи. Мы очень рады за вас. Мы вас любим. На шикарной вашей свадьбе торжество любви красивой. Пусть и жизнь такой же в браке будет яркой и счастливой. В доме правят мир уютный, понимание друг друга. Ребятишек вам здоровых, умных, милых и послушных. Дней удачливых, веселых и ночей тоже не скучных. Чувства пусть не угасают, несмотря на испытания. И сердца сильнее скрепляет нескончаемым желанием. Поздравляю вас, люблю очень. Желаем паре молодой здоровья, сил и счастья. И жить примерную семьей в достатке и согласии. Желаем радости, добра, еще любви сердечной. И пусть медовая пора продлится бесконечно.
us have known love before. Come on, don't promise and like a snake to walk on out the door. Hearts are strong and our hearts are kind. Let me tell you just exactly what is on my mind. You are the best thing. You are the best thing. Дорогие мои, я вас давно знаю, очень сильно вас люблю. Желаю вам счастья, здоровья, взаимопонимания, любви вам. Будьте счастливы. Сердца переполняет, и рядом так чудесно, сладко быть, когда всех слов красивых не хватает, весь мир друг друга хочется дарить, то сразу же становится понятно, вам вместе быть надолго, навсегда, и будут в жизни сказочной и яркой, тепло и нежность, свет и доброта. Очаровательную пару Максим и Татьяна вашими бурными аплодисментами! Дети мои родные, я вас очень люблю, благословляю вас на крепкий брак. Максим, можно я тебя буду назвать сыном? У меня не было сына, я тебя принимаю как сына. Будьте счастливы, любите друг друга, уважайте друг друга. И примите от меня
этот каравай. Ну, как по русскому, русской традиции, вы должны откусить кусочек. Кто будет в доме хозяин? Сказал Дидро в свое время, сила характера заключается в постоянстве в любви. Вот я желаю вам сильных характеров, потоньше друг к другу относитесь, берегите друг друга, поменьше эгоизма, побольше давайте друг другу. Танечка, Максим, я вас очень сильно люблю, вы очень близкие для меня люди. Будьте счастливы. Не благодаря чему-то, а несмотря ни на что. Потому что люди, которые счастливы, когда у них нет детей и денег, они будут счастливы всегда. И дадут ему детей и денег, и все на свете. Пусть я присоединяюсь ко всем поздравлениям в этом зале. Я желаю вам от души и всего. Всего-всего. Но будьте счастливы всегда. Не только, когда у вас есть все. Я с вами. Спасибо. Хорошо. Сейчас, чтобы раз и навсегда Татьяна запомнила свою новую фамилию, девочки, господа. Так прям встали, да? Я прям пополам дал буквы практически. Да, Вячеслав? Я сейчас буду подходить к каждому из вас, и по очереди вы должны будете тянуть фамилию Петрукова на одном дыхании. Как только я перебил дыхание, все, время заканчивается. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, готовы? Эти аплодисменты вам, поддержим Татьяну. Готовы? Все, поехали. Петруко, вы... Что это, скорость переключили, что ли? 13. Вячеслав, вам можно на вдохе, хорошо. Как зовут? Евгений. Евгения, готова? Поехали. Петруковы. Готовы? Поехали. Как фамилия? Самый рассеянный человек на сегодняшней свадьбе. Как фамилия? Петруковы. Готовы? Поехали. Петруковы. 5 секунд! У тебя дочь вообще в шоке сидит. Только микрофон не втяните, пожалуйста. Один нормально работает. Все, Вячеслав, поехали. Однажды на Одесском озере отец Ануфрий обнаружил обнаруженную Ольгу. Ваня! Отдайся, Ольга, вас засучу! Это все настроено на букву О. Ольга отдалась, а отец Ануфрий отказался от оплаты. Окаянный отрок, отлично. Петруковы. Победил у нас Вячеслав. Вячеслав! Вам сегодня достается полное право собрать сегодня всю уцелевшую еду после банкета. Аплодисменты Вячеславу! Я мечтаю побыть на вашем венчании. Поэтому желаю вам верности, любви, благодати. Теперь говорим достоинства Максима. Поехали!
работящий, сказала теща, так? Как умнейший, красавчик, ответственный Иван принял. Кто лучше целуется? Вы откуда знаете? Давайте поговорим на эту тему, пожалуйста. Максим, мы тут все чего-то не знаем. Максим. Там за горами хандры и горе, ты мое море. Если рассудок с душою в ссоре, ты мое море. Если нет соли в моем миноре, ты мое море. Если вокруг меня вор на воре, ты мое море. Когда весь мир дышит перегаром, со злобой во взоре, ты напоишь меня чистым нектаром, ты мое море. И когда тело объято пожаром и разум зашторен, я упаду в тебя огненным шаром, ты мое море. Вокруг стали ярче краски этого в сторе. Amore mio по-итальянски, ты мое море. Я не прошу ни любви, ни ласки, с небом не споря. Кто-то другой лишь болото в рязке, а ты море. На самом деле это наш коллега по работе, очень, вообще она крутой очень барменеджер. Такие вещи делала, она такие напитки делает. В общем, Танюша, будь счастлива в семейной жизни. Макс, ты вот прям молодец. Береги ее, пожалуйста, мы вот бережно передали. Забирай. Счастья вам, ребят. Берегите друг друга, это самое важное, что в жизни есть. Это вы, друг у друга. Supposed to know that she's sure she ain't got no ring on her finger. Уважаемые гости, 5, 4. В Финляндии прошел чемпионат мира по игре на вымышленной гитаре. Дамы и господа, встречаем бар-десятник. Рыжевласый Олег!
как нужно играть на вымышленной гитаре? На скрипочке можно. Давай на гитаре. Диджей мою любимую композицию поставил. Она поражает всех вообще. Готов? Волосни не надо. Да у тебя и нету что-то. Наш жених Максим. Встречаем аплодисментами, маэстро! Волосы длинные! Ну, что хочу сказать вам, дорогие. Макс и Татьяна, вот настал тот час. Красивые, счастливые, родные, позвольте же и мне поздравить вас. Желаю вам по жизни только счастья, и чтобы удача баловала вас, чтобы всегда друг друга уважали, ценили жизнь, ценили все года, и с полуслова бы друг друга понимали, любви огня в душе несла всегда. Уральского здоровья вам желаю, ведь это в жизни главное порой. Детишек правильно и мудро воспитайте, и сохраните чувства навсегда. Желаю вам понимать друг друга, любить друг друга, уважать друг друга, нести с собой все это по жизни, передавать все это своим детям. Счастья вам, дорогие мои. Ну и будьте счастливы, любите друг друга. Всего вам самого-самого и самого большого, доброго, красивого, светлого. Тань, тебе на самом деле достался лучший из лучших. Но при всем его величии, он такой мужественный, такой весь, ну, внутри он любящий, хрупкий, да. И задача женщины на самом деле состоит, чтобы сберечь это все, чтобы остерегать и создать домашний быт и уют, чтобы у мужчины был тыл. Потому что, когда у нас есть тыл, то для нас ничего не составляет идти вперед, бесконечно идти вперед. Вы служите, любите друг для друга, и у вас все будет клево. Ну, мы вас любим, уважаем и всегда рады видеть у себя и быть у вас. Счастья, любви, здоровья, ну, наследников, чтобы пяток-то у вас было. Ну все, всех благ. Храните любовь, берегите и только. Добавить теперь остается нам. Горько! 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 Мысленно я с тобой, с вами теперь. Все? Горько! 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 Самое дорогое и главное в этой жизни – это семья. Сегодня мы собрались здесь, чтобы разделить радость и счастье новой, зародившейся на наших глазах семьи. Моя самая красивая, восхитительная и прекрасная сестренка, я поздравляю тебя с вступлением в брак. Желаю вам идти по жизни рука об руку и совместно преодолевать любые трудности, которые могут возникнуть на вашем жизненном пути. Люби и уважай своего мужа, будь верной женой. Не забывай, что тепло вашего семейного очага зависит от тебя. Ведь испокон веков женщина создает в семье уют и атмосферу любви, теплоты и добра. Желаю вашей семье скорейшего пополнения. Я тебя очень люблю, ты мой самый дорогой человечек. Будь всегда счастлива. И помни, что я всегда готова прийти тебе на помощь и оказать поддержку. Despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Много чего нажелали. Желаю самое главное здоровье, потому что если здоровье будет, будет все. Вот девиз нашей семьи — вместе и навсегда. И мы надеемся, что у вас тоже так будет, и чтобы вы все вместе и всегда.
Максим, ты настоящий человек. Просто настоящий. Оставайся таким же, какой ты есть. Каким я тебя узнал? Татьяна, поддерживай Максима во всех. Ну, просто жизнь она такая. Не бывает семьи одного человека. Это всегда семья, это семья. Ваша любовь, по-моему, прошла огонь и воду. Это дорогого стоит. И берегите эти чувства, несите с собой. Ну и оставайтесь такими же яркими, крутыми, лучезарными. Несите эти эмоции с собой также. Спасибо, что пригласили. Макс, я уверен, что ты родился под счастливой звездой. Вот. И пусть эта звезда всю жизнь светит не только тебе, но и твоей семье, и вам сопутствует удача. Любите друг друга, всего вам самого лучшего и хорошего. Ребят, вы сегодня такая красивая пара. Я вам желаю красивых детишек, здоровых, умных и счастливых. Пусть в счастливой семье родятся счастливые детки. Но я хочу сказать, что все говорят о любви, о счастье, но семейная жизнь, она же не всегда такая. И вот в такие моменты, когда что-то не ладится, я тоже волнуюсь. Я хочу, чтобы вы вспоминали день. Не сегодня. Сегодня не тот день. Сегодня самый дорогой, конечно, красивый день. Но не этот, а тот день, когда Максим решил сделать предложение, а Татьяна решила согласиться. И помнили, почему вы решили это сделать? И вот когда у вас какие-то бури внутри вашей семьи, вы помнили за что и почему, и думали об этих качествах. Счастья вам! Я хочу всем сказать большое спасибо, то, что в этот знаменательный день вы были с нами. Лидуня, Андрюш, Полина, это моя сестра. Спасибо, то, что ты меня поддерживаешь. Спасибо, мама, то, что ты благословила наш союз. Ну и всем остальным нашим друзьям, родственникам. Большое спасибо, то, что в этот для меня очень знаменательный день и счастливейший день в моей жизни вы были с нами. Я хочу сказать спасибо всем присутствующим здесь. У меня всю жизнь было две семьи. Одна, которую я создал сегодня, вторая – это мои друзья. Она не менее важная. Друзья для меня значит очень много. Поэтому я надеюсь, что и в дальнейшем, шагая по жизни, у меня будет две семьи. Поэтому спасибо вам всем, друзья, за то, что вы меня поддержали и пришли.